приймає участь в нашій прес-конференції. Добрий вечір. І він ділиться враженнями від матчу, який ще не завершився. Я сказав, можна вопроси? А, запитання? Давайте почнемо з запитань. Можна. Незважаючи на рахунок, чи є якісь претензії до ваших футболістів? Нема ніяк. Виконали все те, що ви представили? До футболістів нема ніяких питань, тому що що вони могли, то вони зробили на полі. Ще запитання? У мене питання є таке, як вас задовольнили стан поля, інфраструктура Олександрійська, як ви вважаєте? Ну, я багато років. Назад был здесь и могу сказать, что большие поправки сделал футбольная, ну как бы сказать, индустрия Александрии. Очень молодцы, и вы на правильном пути. Дай бог, я видел и там и поля есть построили, и где футболисты живут. Это заслуживает внимания. Вы молодцы. И я думаю, что вы правильно и в Европе, только я не знаю, где будете играть, думаю, что в Киеве все-таки здесь не разрешат. Но правильно, и хороший у вас тренер, и хороший у вас состав, и дай бог, чтобы в Европе дальше, и хороший у вас президент, и вы молодцы, что я могу сказать. Дякую. Вова у меня еще был футболистом, так что сейчас молодец и правильно сделал. Я уже говорил и скажу, он правильно сделал, что оставил этот состав, что не набрал других футболистов. Эти ребята бьются, молодцы. Ну и все-таки несколько слов про матч, который завершился. Ну, фаворит ясно был, что эта команда Александрия, тем более она дома играет, тем более она на протяжении последних туров играет здорово. И мы знали, что будет тяжело. У нас просто катастрофическая ситуация со скамейкой. Ну, если... Знаете, если я вам скажу, что у некоторых она короткая, у нас ее нет. У нас заболел или там дисквалифицирован футболист, и мы не знаем, что делать. Молодых, у нас есть проблема в области с молодыми, в городе, потому что это Гаверло. И у нас большая проблема на сегодняшний день с составом. И то, что вот ребята выходят, то, что они могут, то они показывают. И за это им большое спасибо. Якщо, вибачте, ще про перспективи говорили на наступний футбольний сезон. Ну, я знаю, що головний тренер давав вже інтерв'ю. Яка ситуація? Сьогодні спортивна составляюча як-то для нас не дуже, тому що там знімають очки, ви знаєте. Чому? Тому що два роки дійсно нам не платили. І, ну, около двох років, якщо правильно. То, соответственно, эти люди, которые у нас там были полгода, год, они хотят получить зарплату, писали, и там с нас снимают очки, поэтому... Но для нас самый главный вопрос, чтобы Закарпатский край имел команду, и мы хотим, чтобы мы получили аттестат. Парадоксальная вещь. Сейчас два года были закрыты счета у Нестора Ивановича Шуфрича. Сейчас они открыли. У нашей команды два месяца зарплата, ну, задолженность зарплата, в принципе, ее нет, даже в других командах больше, тех, кто сейчас. Но те футболисты, которые были, мы благодарны, что мы два раза оставались по спортивному принципу, но они хотят получить, и есть у нас проблема с этими ребятами, которые поуходили, понаписывали письма. Ну, сегодня вице-президент, юристы и Викторович работают в этом плане, чтобы получить аттестат. Потому что будет очень обидно, что если мы не получим аттестат, не будем продолжать. Знаете, как это говорят, что плохо будет для нас, мы тут работали бесплатно, сейчас открыли счета, можно команду содержать, и он согласен погасить где должны. И Нестор Иванович Шуфрич говорит, что я не хочу, я сам с Закарпатского края хочу. Просто была, вы знаете, в стране политическая реальность. Он был в регионах, соответственно, у него все было закрыто. Сейчас потихонечку он начинает рассчитываться. Ну, тем людям, которые я вот в связи с этим хочу просить, надо потерпеть. Мы терпим тоже больше 20 месяцев. Но мы верим ему, что и хотим, чтобы здесь футбол не умер. Ну, смотрите, сколько уже загубили. Кривой Рог, Арсенал, Металлург Донецкий, сейчас Харьков, Металлист, сейчас Волынь. Ну, если нас, ну, придет, то это самое. Почему мы должны? Мы должны бороться за то, чтобы футбол процветал. И будем бороться, еще и боремся. Дякую, друзья.